И к другим новостям. Руководство компании «Талон Меха» расширяет свои границы. Теперь модницы из города Жанаузен смогут приобрести самые эксклюзивные меховые изделия по доступным ценам. Ярмарка в Жанаузене начнется с 21 по 23 ноября в ТРК «Жанаузен», а в городе Актау продлевается с 25 ноября по 3 декабря в гостинице «Нурплаза». Жительница города Альбина – одна из первых клиентов выставки. Женщина усердно ищет подарок самому дорогому человеку – маме. Что-то неброское, но легкое. Консультанты предлагают на выбор несколько моделей. Я услышала о выставке «Эталон меха» от своей знакомой. И вот, не дождавшись вечернего шопинга, я пришла пораньше. И мне даже вот здесь приглянулась одна модель. Я хотела выбрать подарок маме. И выбор здесь очень большой, мне очень нравится. По цене кажется, что нормально, не так уж и дорого. И выбор большой для молодежи и для людей постарше. Пишите, магазин очень широким ассортиментом. Выбирайте, зима как раз начинается. Все вперед за шубами. Производитель меховых изделий «Эталон меха» предлагает широкий ассортимент товара. Они учли потребности каждой женщины. Любая модница найдет что-то по вкусу и по возрасту. И даже будущие мамы найдут для себя стильную шубку. Уважаемые модницы, мы приглашаем вас на нашу ярмарку «Эталон меха». Самые модные шубы только у нас. У нас присутствует весь размерный ряд. Уважаемые мужчины, впереди зима. Мы приглашаем вас за подарком вашим женщинам. А теперь отличная новость. Теперь самые лучшие шубы из норки, песца и мутона, эксклюзивные парки появятся на прилавках города Жанаузен. Выставка в Жанаузене начнется с 21 по 23 ноября в ТРК «Жанаузен», а также продлевает выставку в городе Актау в гостинице «Нурплаза» с 25 ноября по 3 декабря. Салтанат Бердибек, Дузельбай Нурбай, Айна Ахпарат.